Доброго времени суток. Представляю вашему вниманию радиолу высшего класса, Рижский радиозавод имени Попова, симфония 002. В таком она исполнении. Видел я и в другом исполнении, но мне вот такая шкала более симпатизирует, нравится такой дизайн. Ну, соответственно, выпуск сейчас посмотрим, какого года. Паспорт есть на нее. Вот здесь проигрыватель для дисков. Поменял иголку новую, так как не было. Вот купил на аукционе мешок. Вот паспорт на нее. Стоило 333 рубля 50 копеек. Выпуск 69 года. Схема есть. Кому надо, могу поделиться копией. Вот в таком она состоянии. Лаковое покрытие отличное. Логотип от симфония. Также логотипы есть на колонках. Вот симфония. Сейчас вторую колонку покажу. Разместил по углам для лучшего стереоэффекта. Потому что когда стоят рядом, эффект не тот. Вот ножки есть родные. Также ножки есть на радиоле. Без ножек пробовал ставить, но она не так смотрится. На ножках она смотрится симпатично. Поменял лампы все. Радиотехник мне на новые. Ну, перепаял там. Ну, эти не в курсе событий, что он там делал. Ну, в общем, довел до ума. Сейчас будем прослушивать. Композиция Children Dream. Роберт Майлз. Формат флаг. Сейчас послушаем, как звучит. Прослушиваются все звуки. Вот в этой колонке прям шум дождя слышим. Играет очень отлично колонки. Прослушиваются все звуки. Ветер, шум. А здесь вот это началось уже играть. Мне звучание очень нравится, ну, как говорят, на любителя.